питбули. Преданные, мощные, сильные собаки. Они станут настоящим защитником и даже нянькой для вашего малыша. Правда ли они агрессивны и могут загрызть каждого, кто им не понравится? Конечно, нет. Сегодня мы узнаем, что за порода питбули и на что способны эти собаки. Порода питбультерьеров появилась на свет более 300 лет назад, когда в мире были популярны собачьи бои. Предками питбультерьеров ученые считают староанглийских бульдогов и терьеров. В те времена у бульдогов, которых выводили для травли быков, было крепкое и мужественное тело, мощные мускулы и огромная челюсть. Все эти черты передались современным питбулям. Питбули в основном разводили для участия в собачьих боях. Новая порода соединила в себе все достоинства своих предков – мощь, массивность, ловкость, силу, подвижность и быстроту. Поначалу собаку назвали буль-энд-терьером, и она отлично подошла для боев, с легкостью побеждая любого противника. С каждым годом порода совершенствовалась и приобретала известность. После того, как в 1835 году в Англии запретили собачьи бои, все бойцовские породы стали считаться нелегальными, и в середине 19 века питбули оказались в Америке, где запрета еще не было. Собаки быстро стали популярными и получили официальное название «американский питбультерьер». Питбуль – крепкая собака среднего размера, с очень мощным мускулистым телосложением, широкой мощной грудью, массивной шеей, большой клиновидной головой и широкими мощными челюстями. Лапы и бедра также массивные и крепкие. Средний длинный хвост широкий у основания и слегка сужается к концу. Окрас шерсти у питбулей может быть абсолютно любым, кроме белого. Наиболее распространенные окрасы – все оттенки коричневого с редкими светлыми вкраплениями. Эти собаки очень любят свою семью и приветливо относятся к гостям, зато к незваным чужакам относятся очень подозрительно и станут прекрасными сторожами, предупреждая хозяина посторонних громким лаем. С такой собакой можно не бояться гулять по темной улице, ведь питбуль всегда заступится за вас и защитит даже ценой собственной жизни. Вот одна из тренировок этой собаки. Человек спокойно ходит рядом и даже сует руку к морде питбуля, но пес никак не реагирует на это. Но когда человек имитирует нападение, собака сразу же вцепляется в него. Вот другая ситуация. Люди сидят за столиком и отдыхают. Дрессировщик в костюме спокойно подходит, несколько раз здоровается за руку с каждым, садится рядом и якобы ведет беседу. Все это время питбуль внимательно следит за каждым движением чужака, но пока ничего не предпринимает. А когда дрессировщик повышает голос и делает вид, что нападает, собака сразу же реагирует и защищает хозяина. Только посмотрите, какая реакция у этого питбуля. Пес молниеносно бросается в атаку, как только видит пистолет у чужого человека. Помните, что питбулям очень важна ранняя социализация. Нужно с щенячьего возраста их знакомить с другими людьми, новыми местами, звуками и запахами. Если этого не делать, собака может вырасти агрессивной и злой. Тут питбуль вцепился мертвой хваткой в немецкую овчарку. Хорошо, что люди сразу отреагировали и не дали псу продолжить атаку. Через пару минут его челюсти все-таки разжали. Овчарка не пострадала. Как было уже сказано, питбультерьер очень сильная, мускулистая и ловкая собака с крепкими челюстями. То, что они способны делать, часто вызывает просто изумление. Здесь можно видеть, как питбуль тащит за собой автомобиль. А этот пес тянет огромный поддон с какими-то мешками. Его вес, я думаю, не меньше тонны, но питбуль довольно быстро протащил его на расстоянии 10 метров.